В РЖД проверят действия сотрудников Рижского вокзала российской столицы, которые разрешили автомобилю Аллы Пугачевой проехать к вагону прямо по платформе. Приезд певицы на посадку в поезд Москва-Рига сняли поклонники очевидцы, после разместили кадры в социальных сетях. Как сообщили в дирекции железнодорожных вокзалов, по правилам подъезжать к поездам может только спецтехника, и случаи эти строго регламентированы. Однако в дирекции одновременно подчеркнули, Пугачеву подвезли к технической платформе номер 2. Ее кортеж не мешал другим пассажирам. Посадка в поезд Москва-Рига велась с платформы номер 1.